Когда ж тут ученик придет? Когда ж тут ученик придет? Мне нужно ориентаться. О! Здравствуй! Ну что это с тобой? Чем займемся? Что это с тобой? Человек. Я перепутал просто, у тебя девчонка одна. Чё? Я тебя перепутал, девчонка одна. Ты идиот? Ну просто я в гости к девчонке одна шла, такой чикси. Мы с ней тусить хотели. Ой, я твой учитель, идиот. Чё так скрипит, здравствуй? Ты идиот? Ну да. Это ты пришёл ко мне учиться или чем заниматься? Да, сначала оплата вперед. Звук. Ты идиот? Да. Бабло. Всё. Потом твои родители заплатят. Да. Так что, до свидания, у меня вообще... Ты чё, босиком? Ты хоть тапки бы одел? Там тапки в коридоре для чего ученика. На улице тепло! Чипсы! Что это? Что за бред мне сейчас? И ты не понимаешь, ты пришёл за меня заниматься уроком? Я пьяный, да? Ну тогда в таком случае иди, пожалуйста, за дверь. Тебе только туда и путь. Можешь? Убери мне свои грязные вонючие ноги. Можешь я сделаю себе табачек? Что за бред ты несешь? А вот это заниматься математикой. Ты сейчас нравится заниматься математикой или нет? Сейчас закатаю рукава. Ты идиот. Ты больной. Рукава закатаю, перепутаю. Прости. Ты пришел ко мне уроками заниматься или ты тут пришел поржать? И то, и то. Ну уж если тебе не хочется математикой заниматься, то говори, пожалуйста, на район, а? Прокуратура! Положи, пожалуйста, лампу на место. Не трогай ее. Не трогай, ты дурак. Баба, пикуха. Давай заниматься. Все, ты уже пару времени своего просрал, извините, здесь. Извините за выражение. Деньги-то нет! Что ты сказал? Половину денег ты себе просрал. Давай. Ты что, заявляешься, если ты родителям позвоню? А у меня их нет. Они у меня шляются где-то там, в клубах. Они тоже такие шкуты, как я. Да, с розовыми очками. Давай уже, человек. Короче. Тут у нас есть такая, тут у нас есть задача, я тебе сделала, и ты должен ее решить. Сначала... Опять начинается! Успокойся, Паша! Что с тобой, Паша, успокойся! Вася, не надо! Ты еще что делаешь, идиот? Пацаны, уйдите, у меня урок! Уйди, Вася! Ой, Паша, ты что, наркоман, что ли? Я у тебя, Паша, а? Ты что, наркоман, что ли? Нет, я алкаш. Иди, пожалуйста, отсюда, Вася, если ты алкаш. Я не хочу, чтобы заниматься математикой. Занимаемся, пахаем. Ты уже, блин, больше половину потратила. Ты чё? Нет! Это потому, что я работа, придурок. Ты скоро закончишь? Нет, Паш, подожди. Ой, Паша, ты упал. Может, это упала училка? Как ты меня назвал? Чиксы! Все быстро! Не зря мне... Можно вопрос? Нет! Где мои бабки? Мы их просрали. Никаких вопросов в строю, понятно? Быстро решать задачу! Да. Должен сделать... 2 плюс 2 равно 4. Вес луны 1000 килограмм. Ой, не то, что ты сказал. В таком случае я не буду с тобой заниматься. Давайте померим вашу руку. Ты! С тобой родители в таком случае нанимать себе другого репетитора. Ну, у меня уже есть репетитор. И кто? Чикса. Вы. Поэтому я люблю с вами так сидеть. С Пашей, с Васей, с Чиксой. Мне ты его не чинай, здесь совершенно. Это Паша и Вася. Убери своих Пашу и Васю или как стану. Обратись по имени к ним. Не буду, потому что ты мне еще наговорил меня. Паша и Вася, Никита. Я не буду сейчас сидеть на тупых ногах по имени, идиот! Ну, прости, Вася, убери их вниз! Простите, вам придется посидеть в сырости. Что с тобой, идиот? Ну, тут я ж говорю, я пьяный.
Тебе всего 15 Ой, лет. Ой, киндер. Что у вас тут лежит? Что, это личинки?